всем. Сегодня мы едем к автомобилю Mitsubishi Fuson, двигатель 4M50. Посмотрим, что с ним случилось. Машина не развивает обороты, но только при движении. Нет тяги. На месте все нормально. Машина не дымит, не троит. Заведи-ка ее. А газу дай. Дыма нет. Ну, подсоединяемся. Смотрим, что происходит с автомобилем. Автопарк мы этот ведем давно. Видите, горит чек на приборной панели. Автопарк мы этот ведем давно. Машину мы эту знаем. В общем-то, историю мы этого автомобиля тоже знаем. Ну, посмотрим, что с ним случилось. Диагностика по Кану. Да, соединение прошло. ГТ турбины, датчик поток воздушной массы, низкий уровень сигнала, давление в топливной магистрали слишком низкое, утечка. Ну и по характеру ошибок можно сказать, что недодув турбины и утечка по высокому давлению топлива. Смотрим в онлайн режиме, что у нас будет показывать. Выжим акселератора полный. Количество впрыскиваемого топлива. Клапан ЕГР. ВГТ. То есть сам привод ВГТ работает, видите? Давление наддува. Уже маленькое на холостых. Один бар. 1.02. 1.04. 1.06. 1.1. И дальше давление падает с увеличением оборотов. Бара, 256, 253. Не хватает давления. Вот сейчас резко увеличиваем обороты. Речь про давление турбины. Прыжок и вниз. Не додувает турбина. Еще раз медленно увеличиваем обороты. Не додув турбины. Ну и глушим автомобиль. Заходим в блок управления двигателем. Открываем неисправности. Стираем все из блока управления двигателем. Стерлись, все в памяти чисто, ошибок нет. Заводим автомобиль и повторяем процедуру. Смотрим, что у нас будет получаться. Чек не горит, видите. Возвращаемся к параметрам давления турбонаддува. Опять у нас 0.98 бар.
Ну и опять давление турбины ведет себя таким же образом. Банальный недодув. Есть недодув турбины и большой. Количество выхлопных газов, рециркуляция слишком низкий, ВГТ турбины привод, ошибка функционирования. Вот и результат. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну и смотрите, видите, масляные подтеки какие. Что говорит о том, что турбина работает неправильно. Все маслится. Ну и заодно проверим форсунки на слив. Заводи, поехали. Да, ну и у нас же было давление топлива низкое. Вот сейчас и посмотрим. Обратите внимание на вторую форсунку. Видите, какой огромный слив в обратку. Отличается от других. Вот вторая форсунка в плюсе. Интеркулер проверим пирометром. Ну и законы физики никто не отменял. Меряем температуру на впуске и на выпуске интеркулера. При максимальных оборотах на этих двигателях обычно разница от 5 до 7 градусов. На холостых, как правило, 1-2 градуса. Хорошее устройство, рекомендую. Не надо опрессовывать интеркулер. И так все понятно. 17. А дотянешься до педали газа? Вот смотрите, как сейчас будет увеличиваться температура. 21. Отпусти! Теперь меряем здесь, на максимальных оборотах. 16. Видите? Брат. Интеркулер целый. Ну а вообще, вот именно на этой машине полгода тому назад разбирали все патрубки, снимали турбину, мыли ЕГР. Сажи в виде гуталина было достаточно. Пробег был тогда 120 тысяч километров на этой машине. За полгода она прошла 60 тысяч. И опять нагар в полости турбины. Но люди упрямо льют солярку, которую к ним возят. И льют масло от Лукойла, которое, в принципе, идет только для КАМАЗов, ребята. Ну и удивляются, откуда же берется нагар. Но что я могу сказать? Вы все сами видели. Вот такая вот экономия однобокая.